же все-таки вот умеренное употребление алкоголя или алкоголь содержащих напитков? Ну, алкоголь содержащих как бы есть такое, да, выражение, что все изделие. Хорошо в меру. Да, но видите, все хорошо в меру, что-то хорошее, полезное, да, оно хорошо в меру. В меру хорошо хлеб есть, в меру хорошо масло есть, понимаете, то есть это все. Если речь идет о чем-то плохом, отрицательном, то здесь понятие меры бессмысленно. Нельзя в меру воровать, нельзя культурно хулиганить, понимаете, то есть это бессмысленно. Нельзя употреблять алкоголь. Вот я выступал в храме Христа Спасителя. И, ну, выступал там с трезвеннической своей тематикой на конференции, очень представительная конференция. Ну, все, да, трезвость. И тут один какой-то прошипел. Церковь против пьянства, но церковь за умеренное винопитие. И все, да, за умеренное винопитие. Я после конференции подошел к владыке, который председательствовал, и говорю: владыка, вы можете меня вразумить, меня? Вот выпить бутылку водки и одуреть, это грех? Он говорит: да, грех. А стакан водки выпить, одуреть, это грех? Он говорит: грех. Я говорю: а рюмку водку выпить, это что, грех или добродетель? Вот рюмка водки, это же тоже грех. Малый грех, но грех. А если мы малым грехом начнем бороться с большим грехом, то есть, то ясно, что мы придем к тому, к чему и пришли. Воровать машинами и грабить супермаркеты, это грех? Грех. А если по праздникам тащить понемножку из супермаркета, что это? Ну, это же понемножку, это же умеренно, человек же не все тащит, так, чуть-чуть, послегка, понимаете? Но и то, и другое воровство. И если мы не будем бороться за честность, то мы придем к тому, что мы затянем всех в это воровство. А тем более, если мы будем пропагандировать умеренное воровство по праздникам из супермаркета.